Всем привет! Сегодня будет коротенький, но очень информативный влог. Сегодня мы вам покажем автомобиль Tesla и их цены на аукционах в 2023 году. Они просто неимоверны. Также мы вам покажем топ-3 автомобиля для рыбалки и многое другое. Так что поехали! Что случилось с ценами на Tesla в 2023 году? За пример возьмем самый флагманский вариант, это Tesla Model 3. Так вот, цены на него сейчас на аукционах просто ошеломительные. В качестве примера, Tesla Model 3 2018 года выпуска за $7900 этот автомобиль был продан на аукционе. Tesla Model 3 2018 года выпуска за $9700. Еще одна Tesla Model 3, практически целая, с повреждением заднего бампера, за $13000. И 22 года выпуска Tesla Model 3 за $15000. Друзья, такие варианты раньше уходили на порядок дороже. Буквально полгода назад ценники были совершенно другими. В этом можете убедиться сами. Просто посмотрите на эти цены. Они выше на 40-50%. Соответственно, сейчас самое время, чтобы купить себе новую Теслу. Как вы думаете, с чем это связано и что будет дальше? Свой ответ напишите в комментариях. А если вы задумывались приобрести Теслу с американского аукциона по очень сладкой цене, так вот, сейчас самое лучшее время. Пишите нам в директ, либо же переходите на наш сайт и оставляйте заявку.